Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня у нас такое видео, то есть обзор раскраски Джоан Бесфорд «Зачарованный лес». Вот она! То есть сама книга по себе, ну, довольно толстая. Джоан Бесфорд «Зачарованный лес», вот. То есть вся надпись написана такими золотистыми буковками. Там же зверьки, листочки, цветочки тоже золотым цветом выделены. Теперь я прочитаю. Вот сзади тут написано что-то. Великолепная книга Джоан Бесфорд приглашает путешествие по зачарованному лесу. Это изящные ажурные картинки, которые созданы с помощью пера. Вдохни в них жизнь, сделай многоцветными, оживи красками. Это утешение души и удивительная возможность изысканного стильного творчества. Зачарованный лес ждет своего создателя. Вот что я прочитала сзади. Вот такой вот первый форзац. Состоит из листочков. Я уже тут почти все раскрасила. Вот второй форзац. Он также состоит из листочков. Итак, вот первый лист. И эта книга принадлежит Кате Лемдясовой. Вот. Так, в книге спрятались там животные, насекомые, еще несколько волшебных предметов, теряющихся в лесу. Раскрой тайны зачарованного леса. Вот, как раз сейчас я это и прочитаю. Раскрой тайны зачарованного леса. Ты попадешь в черно-белый лес, населенный удивительными созданиями. Добавь красок, используй фломастеры, ручки, цветные карандаши. Сквозь папоротники и цветы, заколдованные дома, колючие вьющиеся лианы, проложи тропу к замку в самом сердце леса. На страницах книги в квадратах спрятаны 9 разных символов. Отыщи их, открой ворота, ведущие в замок, и узнай, какие тайны он хранит. Удачи! Первый разворот. Вот сами же рисунки. Смотрите. Вот. Это самые первые рисунки. Белка, сова. Так, еще покажу рисунки. Так, вот олень. У него на рогах бьющиеся узоры, на которых сидят птички. Кстати, птички у меня сумасшедших цветов даже есть. А вот и сумасшедший лес, который я вам давно хотела показать. Вот, смотрите, 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 в разных ракурсах. Даже вот так можете, вот так. Или вот так даже смотреть. Тут два зайчика сидят. Вот ежик, вот зайчик. Но какие-то слишком примитивные песенки. Давайте что-нибудь посложнее. Например, вот этот пенек, на котором стоит два мухоморы. 7 поганок. Сама дверь из листьев сделана. Ну, это тоже примитив. Сами же раскраски, конечно, тут мелкие детали. Деталей мелких очень много. Поэтому краскам будет очень тяжело раскрашивать. Вот, такой вот разворот, но его не раскрашивал, но скоро буду раскрашивать. Там дальше ничего не интересного. Листья. О, самое сложное. Вот сам флот хочу-то. Не знаю, кому бы это подарить, вот этот разворот, или себе оставить. Подарить мне этого дракона, себе оставить. Напишите свои идейки в комментариях. Ну, с вами была Катя. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока!